Траурные дела сегодня заманили меня в мой бывший альма-матер, политехнический институт. И вот здесь такой торговый комплекс Лермонтов называется, на улице Лермонтова. Вот такой вид интересный отсюда открывается. Я зашел в изо-магазинчик и нарисовал несколько, по ходу, портретиков купленными карандашиками. А заодно познакомился с девушкой, как оказалось, студенткой архитектурного факультета. Мы немного порисовали друг друга. И получился вот такой интересный мини-мастер-класс. Так. Нет, рисуйте. Короче, я делаю вывод, что вы меня нарисовали гораздо красивее, чем я вас. Мне очень нравится. У меня сегодня день контрастов вообще. Я только что час назад говорил над гробом речи. Вот такая вот она. А еще главное, знаете, что лишнего не нарисовать. Все, да? Не знаю, чем раньше остановишься, тем лучше. Мне не нравится. Не нравится? Нет. Вы знаете, потом, когда мы на это посмотрим лет через 10-20, то вдруг окажется все на своем месте. Я вам точно говорю. Я найду, потом понравится. Потом, не то чтобы понравится, потом вы поймете, что это был уникальный день, уникальный случай, как и каждый раз, когда вы рисуете. Понимаете?